То есть, когда вот ребенок маленький, да, он послушен полностью от педагога, а вот уже в средней школе ребенок, он нуждается совсем в другом стиле общения, мы об этом будем позже говорить. И что тогда делать в четвертом классе, когда, в общем-то, ребенок уже переходит в эту грань, что он скоро станет подростком, и там действительно какие-то начинаются изменения. Вот потом я скажу о том, что, в общем-то, для ребенка средней школы очень важен коллектив, и вот опытные педагоги, в частности, есть вот такая действительно замечательная специалист, но она уже, я думаю, что на этом свете не живет, Бажович, замечательный специалист, профессор по возрастной педагогике, у нее есть книга о возрастной педагогике. И вот она как раз писала о том, что опытные учителя начинают уже в начальной школе готовить классный коллектив. То есть, вот, понимаете, в средней школе, как воспитательная, так сказать, как вот воспитательный орган, вообще говоря, выступает и может единственно выступать коллектив, классный коллектив. И поэтому, вообще говоря, вот уже в четвертом классе, в принципе, такие мудрые педагоги советуют, нужно этот коллектив каким-то образом сплачивать и готовить. Но четвертый класс – это еще тот возраст, который все-таки до какой-то степени слышит педагога. То есть этот коллектив как бы на будущее, можно сказать, работает, но так как мы детям действительно хотим помочь и действительно их воспитывать, тогда вот это вот нужно уже начинать и в четвертом классе готовить. В принципе, вот почему еще возникал этот Рубикон и 9 лет, обращен на себя подросток в возрасте, ну, действительно, там, начиная с 11 лет. Но какие-то вот уже первые изменения в ту сторону, вот младший школьник, он открыт миру, а подросток, он опять сосредоточен на себе. И вот эти изменения уже начинаются где-то в 9-10, они же не в 9-10 лет, они же не резко вдруг раз и произошли, они постепенно, так сказать, начинаются. Поэтому вот, может быть, как бы это 9 лет и обозначили как кризисный возраст, хотя это, конечно, не кризис. Aga vastaksin hea meelega kõigile, kuna see võib huvitada vastus üldisemalt. Et küsimus siis sellest, et kuidas luua kollektiivi, et üks väga kogenud pedagoog õpetas, et tegelikult juba esimesest klassist alates õpetaja hakkab ette valmistama seda kooslust, seda kollektiivi ja ette valmistama sotsiaalseid suhteid ja neljas klass veel mingil määral kuuleb õpetaja ja ka neljandas klassis tegelikult tuleb nagu töötada tuleviku heaks, et tuleb ette valmistada laste omavahelisi suhteid, neljandas veel jõuab, aga siis ka eelmistes esimesest klassist peale me töötame kollektiivi loomise nimel, sellepärast, et murdu heas tegelikult hakkabki kasvatama kollektiiv, hakkabki kasvatama see, mis siis nendest on formeerunud. Et miks see sama 9. eluaasta kriis on tohutud siis valdatuna kohikas esile, kuigi tegelikult 9. eluaasta kriisi ei ole, et ta on teda nimetatud just kui selliseks murdeja eelkriisiks või murde ikka sisenemise või ettevalmistavaks kriisiks ja see on muidugi tõsi, et murde ikka ei alga niisi järsult, vaid toimub siis pöördumine suunatuselt pedagoogile, suunatuselt ise endale ja see on niisugune omaette protsess ja kahtlemata on väga, väga oluline, missugused on siis need kollektiivsed suhted. Ja sellepärast tuleb selle nimel kindlasti teadlikult töötada. Я ответила на этот вопрос, да? Когда я начну говорить о особенностях формирования мышления детей, опять же вопрос к
педагогом. Как мыслят дети в дошкольном детстве, ну, в общем-то, в школе, в начальной? Et kui sellele küsimusele sai vastatud, et siis asume mõtlemise arengu juurde ja küsimus õpetajatele, et kuidas mõtleb laps koolieelses eas? Ну, наверное, вы знаете такое слово образное мышление, да? Сегодня нет, это сейчас куюндик мыслення. Вы куюта. То есть в дошкольном возрасте это предметно образное мышление. То есть ребенок вот там взаимодействует с предметами и, как бы так сказать, их представляет себе. А вот в начальной школе уже наглядно образное мышление, когда вот он уже не просто вот предмет, а вот как бы какие-то ситуации с предметами может представлять, но все равно он мыслит образами. Это нüüd tuleb see osa, mida on kõik ülikoolis õppinud. Ja palun meenutage, siis täpseid ikkagi teaduslikke termineid, et kuni kooli jaani on siis nii-öelda see konkreetne asine mõtlemine, et laps opereerib asjadega ja ta suudab mõelda nende piires, mida ta parasjagu, millega ta siis nüüd manipuleerib. Aga alates... Kujundlik praktiline on jaa mõtlemine, aitäh. Just, et õigake neid õigeid termine. Ja siis alates kooliaast suudab laps, on nii-öelda see mõisteline mõtlemine parenenud, et ta suudab mõelda ka nendest asjadest, mis ei ole tema vahetus ümbruses parasjagu ja millega ta hetkel ei siis opereeri. Kuidas selle nimetus on? See on kujundlik tajumine. Taju tuleb mängida. Kujundlik tajumine. Ja siis kui on puberteet, siis on kujundlik ja siis on juba ka mõtlemine, et suudab ka mõelda. Sveža is universiteet. Sveža is universiteet. Термин, это не какие-то вести конкретные только термины. Я, к сожалению, эстонской терминологии не владею, только русской, английской или какой-то литовской. Эстонской. Кто-то из нас. Так вот. А понятие. Вот понятия образуются только у ребенка в средней школе. Абстрактное мышление – это прерогатива все-таки средней школы, точнее, начало абстрактного мышления. А вы говорите конкретный класс какой-то? Если 7 лет начальная. Значит, первые 4 класса – это начальная школа, а средняя школа – это 5, 6, 7, 8. И можно предложение? Et ole mõtletes täpne, et siis esimene kuni neljas klass on algkool, viies kuni kaheksas ja nüüd põhikooli lõpuni on siis see põhikool. Ja et nüüd mõistad, mõtlemise aluseks olevad mõistad kõunevad välja siis põhikoolis. Et siis alates viiendast klassist. То, что я буду сейчас говорить, я опираюсь на работы Выгодского. Выгодский – это очень известный русский психолог. Может быть, его выводы не всегда, так сказать, близки мне, как православному христианину, но вот что ценно в его работах, это то, что у него было очень-очень много экспериментального материала. То есть вот, Я чувствую этот уровень. Нет, просто сказала предложение. Ja praegu me hakkame siis järgneva ka baseeruma Lev Vygotski töödel, kes võibolla kristlasele ei ole niivõrd vastuvõetav, aga tema tööd on kahtlemata tunnustamist väärt, kuna tal oli väga palju eksperimentaalset materjali. Ja teda ma olen õppinud. Так вот, Выгодский писал, что первое понятие
образуются у ребенка где-то вот так в пятом. Ну, то есть нет, конечно, безусловно, люди, дети говорят и в младшей школе, и что-то они за этим словом, безусловно, какое-то у них понятие есть, но вот как некоторые концы понятия образуются уже в средней школе, согласно выгодству. Это nagu algkoolis kujunevad nii-öelda eeldused selleks, et mõista hiljem neid nii-öelda mõistelisi kontseptsioone, mis saavad alguses ikkagi põhikoolis. И Выгодский писал, что в средней школе, то есть вот 5-8 класс, эти понятия еще не совершены. То есть они, ну как бы, не до конца понимают, вот, что они вкладывают в то или иное слово. И я ka põhikooli lõpuni tegelikult ei ole need mõisted nagu lõpuni täiustanud, et erinevad mõisted tal ikkagi lapsed ei mõista seda lõpuni, mida need tegelikult tähendavad. А по-настоящему смысл понятий уже происходит, осмысление понятий происходит уже в старшей школе. В старшей школе как раз понятия наполняются смыслом. И вот я nende mõistete tähendus, nende sügavam sisu tegelikult saab täidetud või mõtestatud alles ikkagi keskkoolis. И что происходит? Происходит, что в начале мышление как бы идет от частного к общему, то есть вот много там разных частных ситуаций. Складывали там яблоки, складывали груши, складывали стулья, потом выяснили, что в общем-то 2 плюс 3 это 5, и уже не стулья, а просто так. Et see mõtlemine toimub siis nagu üksikult üldisel, et alguses loendati neid toole ja seini ja pärast siis selle pealt tekib aru saamine, et 2 plus 3 on 5. А потом, вот в старшей школе, наоборот, уже вот какое-то общее свойство, оно потом может иметь частное следствие. Вот как вот, например, таблица Менделеева, это вот, в общем-то, то, что свойственно именно старшей школе. Вот есть таблица элементов, и, так сказать, свойства элементов определяются из каких-то общих законов, исходя из того, что вот какая-то есть общая закономерность. Гимназиум же just мытлемне siis üldiselt üksikule, et seal on Менделеевi табел ja вот erinevate elementide siis seaduspärasused on tuletatavad või on võimalik järeldada siis sellest üldisest tabelist, et mõtlemine liigub üldiselt üksikule. И преподавание тоже должно, вообще говоря, соответствующим образом строиться. То есть начальная школа – это от частного к общему, а старшая школа – это от общего к частному. Ja sellisel viisi peab üles olema ehitatud ka õpetus, et algkoolis üksikult üldisele ja gümnaasiumis üldiselt üksikult. No, что может произойти? Оказывается, образное мышление формируется не всегда. Вот есть дети, у которых нет образного мышления. Как это не страшно звучит? Aga ja mis võib toimuda, võib tegelikult oht on juhtuda, et lastel ei teki seda kujundliku mõtlemist. Et võib, siis ma saan aru, et üsaga, et siin on praegu selle kujundliku mõtlemise vahel vajutud seda, et mingisugune nähtusvasi tähendab midagi. Ja et see haridussüsteemis sünnib, et see ei kujune välja. Et siis see Это, это как бы... Нет, это что, это проблема развития психологии? Нет, хорошо, я сейчас скажу. Ну вот в частности, нет образного мышления у детей больных синдромом Дауна. Это, например, это куюндику мыслимость, это куютовое мыслимость. Рами, kujundlik mõtlemine. Aga selles mõtlemise arengust tähendab seda ikkagi, et mingisugune asi tähendab mingisugust mõistet ja mingi mõiste tähendab midagi, mingit asja. Et näiteks taul... See jooksid.
et näiteks Downi sündroomiga lastel seda ei eksisteeri. Ei saa aru, et on koera erinev. Ну, и у здорового изначально ребенка тоже может не сформироваться образное мышление. В каких случаях это происходит? Дело в том, что образ – это понятие не плоское, а какое-то многомерное. То есть каждый образ, он включает в себя множество каких-то качеств. Скажем, если мы говорим яблоко, представляем себе яблоко, мы сразу немножко представляем его вкус, немножко представляем его цвет, его, так сказать, фактуру его кожи. В общем, мы представляем сразу очень много каких-то вот таких параметров. Ja mida tähendab kuju, et tähendab väga-väga palju erinevaid asju, et näiteks õun tähendab palju erinevaid omadusi, et me kohe saame kujutuska mitte võtele tema maitset, tema seda koore faktuuri, tema erinevaid omadusi. А вот если, так сказать, мы возьмем просто видеоряд какой-то, то и психологам известно, что видеоряд не формирует образ. Вот если просто, так сказать, смотреть фильм, да, то это образ не создает. Это как мне дать mingisugust пилди серия или mingisugust видеофильм, это siis tegelikult nüüd see kuju ja see kujundlik mõtlemine ta ei formuleeru. Если у нас уже сформировано образное мышление, то в принципе по аналогии мы как-то можем до какой-то степени формировать у себя какие-то образы, исходя из своего опыта и базируясь, ну, скажем, на каких-то картинках или даже на фильме. Но понимаете, у нас изначально вот это образное мышление уже сформировано. Siis me võime vaadata erinevaid videofilme või erinevaid kujusid ja siis selle analoogia põhjal me suudame nagu järeldada üht või teist või kolmandat. И совсем другая ситуация складывается с ребенком. Вот если ребенок в раннем своем детстве воспринимает видеоряд, а сейчас, как вы знаете, в общем-то, экран уже стал чуть ли не обязательным предметом практически в любой семье. Это экран телевизора, это экран компьютера, это экран телефона, это все тот же видеоряд. Ja kui nüüd me võtame lapsed, see kujundlik mõtlemine on välja kujunemata ja näeme teda selles situatsioonis, kus tänapäeval suur osa lapsi on ekraanid ees, et ükskõik kas televiisori või arvuti või telefoni ekraanis, siis tegelikult ta näeb palju neid samu videoridu. И вот Пацлав, такой немецкий ученый, писал о том, что если ребенок много времени проводит за экраном, любым экраном, телефон это тоже экран, понимаете? Ну, конечно, не кнопочный, а сенсорный. Так вот, если ребенок много времени проводит за экраном, то он по памяти даже чашку не может нарисовать. То есть, понимаете, у него отсутствует образное мышление. Ja kui nüüd laps veedab palju aega ekraanidega, aga puutetundliku telefoni ekraanidega, siis tal see kujundlik mõtlemine, mis on hilisemalt protsessid aluseks, ei kujune välja ja ta ei suuda mälu järgi isegi passikest või kruusikest joonistada. Et seda on hästi kirjeldanud üks saksa teadlane. И что происходит? Дело в том, что мозг ребенка формируется до 10 лет включительно. И вот что происходит в мозгу ребенка? У него должны образоваться очень многие нейронные связи, то есть вот различные связи различных, так сказать, отделов мозга. И эти связи образуются на основе ощущений, которые ребенок получает. Но это, безусловно, не только визуальные ощущения, это должны быть тактильные ощущения, это должны быть различные ощущения, в том числе и пространственные и так далее. И, безусловно, плоский экран разнообразие этих ощущений не дает.
et lapse aju areneb 10. eluaastal või 10. eluaastal kaasa arvatud ja ta vajab selleks väga palju vahetuid tajusid, vahetuid aistinguid, et kompimist, haistmist, ümbritsevaga vahetuid kokkupuuteid, aga üks sile ekraan seda ei anna. Начиная с 11 лет, мозг ребенка, вот почему там как бы совсем по-другому уже ребенок начинает и мыслить, и воспринимать, начиная с 11 лет мозг ребенка освобождается от лишних нейронных связей. И как бы вот уже вот само понятие, оно идет вот именно через перестройку работы мозга, то есть лишние связи изгоняются и как бы систематизируется работа мозга в каком-то плане. Вот siin on 10. eluaastane lõpuni laps, vot nende vahetud aistingute kaudu ehitab neid ajurakkude vahele neid seoseid sünapseid. Ja 11. eluaastast alates ta hakkab mitte vajalike sünapseid või neid neuronite vahelisi seoseid likvideerima, et ta kustutab need, mida ta ei kasuta. Ja mis tale tunduvad ebavajalikud, mida ei tundu, vaid mis mingil põhjusel ei ole kasutusest, ta need hävivad. И вот что может произойти, если ребенок, так сказать, проводит время за гаджетами, то у него вот эти нейронные связи оказываются не сформированы. Ja kui need laps on palju aega ekraanid ees, siis need aju rakkude vahelised ühendused ja need seosed tegelikult neid ei tekinud, ei formeerinud, ei kujune välja. Одна моя знакомая педагог из Германии рассказывала, что ее муж, врач, в клинике столкнулся со следующим случаем. Привезли мальчика, который совершенно не мог учиться, ну то есть вот, ну, не воспринимал все то, что ему говорилось. Ему надели, как сейчас это принято, шлем на голову, обследовали его мозг, и выяснилось, что у него мозг весь как белая пустыня. И хорошо был развит, очень хорошо развит, только один маленький центр в мозгу, который заведовал работой больших пальцев. Ja talle rääkis üks tema kolleeg Saksamaalt, kelle mees töötab haiglas, kuhu toodi üks poiss, kes absoluutselt ei suutnud õppida. Ja siis nagu tänapäeval kombeks selline vaju-uuringute müts pandi pähe ja hakati uurima tema erinevaid ajupiirkondi ja leiti, et aju on nagu valge kõrb ja üks keskus on väga hästi arenenud, see, mis liigutab pöidlet. Вот в 10 лет мозг у человека уже сформировался, и что делать, если он не, фактически недоразвит, вот очень-очень сильно. Честно говоря, я не знаю, что делать с такими детьми, как их обучать и как воспитывать. Вот для меня этот вопрос открытый, я не могу на него ответить. Ei ole seda, et ta peaks õppima, aga ei sooda, et see küsimus on tema üks vastus, et see on tema üks nagu lahtine, et ei tea, mida sellises olukorras teha. Как дальше может продолжаться развитие человека, у которого не сформировано образное мышление? В период формирования абстрактного мышления, когда ребенок начинает, как я уже сказала, осмыслять какие-то понятия, и когда вот само понятие для него уже существует, безусловно, ребенок без образного мышления не может понять ничего. Что он может сделать? Он может мыслить только алгоритмично. То есть сейчас ты должен нажать на эту кнопку, потом ты должен нажать на эту кнопку, потом на эту, а потом выскочит зайчик. Почему выскочил зайчик, он никогда не поймет и не поставит этого вопроса. Kui nüüd lapsel see kujundliku mõtlemise periood, millele järgneb abstraktne mõtlemine, kus need mõisted saavad nagu selle reaalse sisu, kui see on puudumata või välja arenemata, siis jääb tegelikult alles ainult algoritmiline mõtlemine selline, et kui ma vajutan seda nuppu ja siis seda nuppu ja seda nuppu, siis hüppab välja jänku. Aga miks see jänku välja hüppas, seda laps ei hakka kunagi mõista. А
В старшей школе, конечно, такой ребенок, опять же, не будет пытаться проникнуть в какие-то смыслы, и никакие смыслы мироздания, безусловно, такому ребенку в силу развития его мышления недоступны. И что тут можно сделать, совершенно непонятно, потому что вот если есть дети с синдромом Дауна, то у них все-таки общая направленность такого ребенка положительная, то есть вот у него нет образного мышления, но ему как-то Бог в душу вложил какие-то вот другие чувства, они, по крайней мере, они не агрессивны, и они, в общем-то, даже склонны к религии. То есть вот у меня дипломница писала диплом по как раз детям воспитания детей с синдромом Дауна, и она начала писать этот диплом, потому что у нее самой ребенок вот с таким синдромом. И как раз она описывала вот его религиозность, его какое-то внутреннее чувствование. Но дети, которые сидят за гаджетами, это другие дети. Они агрессивны. И вот непонимание, невозможность для них понять смысл, в общем-то, еще усиливает эту агрессивность. И вот эти вот девиантные тенденции различные, в общем-то, очень-очень присущи для такого рода детям. Selliseid lapsi, kellel niimoodi mõtlemine ei arene välja, võiks ju võrrelda Downi sündroomiga lastega. Et üks tema diplomant kirjutas tööuuris Downi sündroomiga laste religioossust, kuna tal endal oli selline laps. Ja seal tuli välja, et neil, kuigi mõtlemine ei ole arenenud, on neil ikkagi selline tõmme religioossuse poole, nad mõistavad seda. Ja nad ei ole agressiivsed, aga lapsed, kellel seda sündroomi ei ole, aga on jäänud mõtlemisvõime pidurdunud, nad muutuvad selle tõttu agressiivseks, et nad ei mõista, et ei suuda mõelda ja nad ei ole nii heatahtlikud kui Downi sündroomiga lapsed. И когда я формулирую какие-то законы, которые, вообще говоря, свойственны детям, я имею в виду все-таки здоровых детей, а дети, которые большое время проводят за гаджетами, это уже в той или иной степени больные дети, и, к сожалению, это надо признать. Это кой та прагу рагиб, siis та üldiselt рагиб ikkagi tervetest lastest ja ei arva nende hulka sõltuvushäiretega või nendest ekraanidesse kiindunud lapsi, sest tuleb öelda otsa, et nad ei ole terved lapsed. Конечно, нельзя сказать, что если ребенок один раз посмотрел какой-то мультик, он уже сразу стал больным, и теперь его надо лечить. Но вот если это действие повторяется, то, конечно, какой-то отпечаток все это накладывает. Muidugi ei ole nii, et kui laps korra ekraani vaatas, et siis tuleb teda ravima hakata. Aga kui see mõju on ikkagi märkimisväärne, siis tuleb sellega tegeleda. Дело в том, что экран, он оказывает очень такое мало даже изученное воздействие, потому что экран – это источник света. Мы живем в мире отраженного света. Источник света – это для нас могут огонь, разве что на солнце мы смотреть не можем. А так, в общем-то, мы привыкли жить в мире отраженного света. Kui rääkida ekraanist, siis ta on ju nagu valgusallikas ja me oleme harjunud elama loomuliku valguse keskkonnas, aga näiteks niimoodi päikest üksi silmine vaadata ei saa, sellepärast, et päikese valgus on liiga terav meie jaoks. Siin me знаем, что вот даже огонь, даже костер, он до какой-то степени присутствовала обычно в каких-то магических ритуалах, и, в общем-то, вот не случайно поклонялись огню, служили, то есть вот, источник света, он оказывает на психику человека определенное воздействие. Valgus allikas toimib inimesele psühholoogiliselt, et mitte juhuslikult ei ole tuld või lõket niimoodi maagiliselt kummardatud või esimaga selle toime on ilmselgelt olemas. Но огонь – это все-таки естественный источник света.
А вот экран – это неестественный источник света, и его воздействие на психику человека, к сожалению, мало изучено, но, безусловно, очень велико. Ja lõhkel on ju loomulik valgusallikas, aga ekraan on ebaloomulik valgusallikas ja kahjuks on see väga vähe uuritud valdkond, kuid kindlasti on see mõju äärmiselt suur. И вот если говорить о зависимости, которые в настоящее время, ну, можно сказать, являются бичом современности, зависимость от наркотиков, от алкоголя, то сейчас все психологи говорят, что намного более страшной зависимостью есть компьютерная зависимость. И когда мы говорим о тенапевых сертовостях, то психологи там seisukohal, что ei sõltuvus наркотикундest ega alkoholist pole võrreldav palju hirmsama sõltuvusega arvutitest. И вот зависимость, она имеет такую природу, что от нее нельзя сделать прививку. Всем известна история о том, как вот няни, чтобы ребенок, так сказать, хорошо спал, немножечко ему ложечку добавляли коньячку там, или водочки в сосочку, он тогда лучше засыпал, но потом такой ребенок становился алкоголиком. То есть вот небольшая доза чего-то, связанная с зависимостью, не избавляет в будущем этой зависимости, а наоборот к ней предрасполагает. Ja sõltuvuse tekkimine on ilmselt seotud harjumuse kujunemisega. Et on teada lood, kui lapsehoidjad panid natukene võti otsa veinikest või mingisugust, et laps paremini magama jääks, aga tegelikult need imepisikesed doosid lastelt ei aidanud, vaid kujundasid tal välja keemilise sõltuvuse. И то же самое, к сожалению, относится к экранной зависимости. Если мы начинаем показывать своему ребенку фильмы, вот, ну, чтобы он был как все, чтобы он как-то так адаптировался в обществе, и вообще, если ему не показывать, так он же потом вот как засядет. Ну, вы знаете, может быть, он и засядет потом, это, от этого никто не застрахован, но, по крайней мере, если до 10 лет ему не показывали телевизор, ну, по крайней мере, чем младше он, тем более важно ему не показывать этот телевизор, то у него нормально сформируется мозг, и потом он уже все-таки как-то с нормальными мозгами может что-то выбирать и какую-то деятельность вести. А если он будет сидеть за телевизором и будет нам давать возможность вести какую-то плодотворную творческую жизнь, не мешая своими какими-то капризами и требованиями, то потом он фактически будет инвалидом. Это... Sageli heast tahtest lastele näitame, laseme neil ekraanides olla, et neil oleks millestki teistega rääkida või et nad ei oleks nagu ühiskonnast välja tõugatud. Siis kuni 10. eluaastane ikkagi ei tohiks lasta nendes ole, mida väiksem lapsed ohtlikum see on, et võib-olla millestki ta jääb ilma, aga pärast kuigi meie pole saanud nautida endaga priise, rahulikult sellel ajal, kui laps vaikselt istub teleka ees või kuidagi ennast teostada sellel ajal, kui tema on ekraaniga hõivatud, areneb temast tervete ajudega, terve mõtlemisega inimene, et ta saab seda kõike pärast tagasi teha, millest puudu on. Причем экран оказывает явно гипнотическое воздействие. Один современный фотограф фотографировал глаза детей, которые смотрят телевизор. И, в общем-то, у них глаза совсем другие, они застывшие. Вот эту серию своих снимков, очень большую, он как раз и называл «застывший взгляд». Üks Paulus фотограф, selleks, et illustreerida ekraani hypnotiseerivat mõju, pildistas ekraani taga istuvate laste silmi, tegi sellest märkimisväärse mõjuse seeria, mille ta nimetasti pealkirjaga seisev pilk. Поэтому вот даже небольшая доза телевизора, она перестраивает психику ребенка. И чем младше, тем сильнее. Она очень как-то так вот гипнотически, эмоционально воздействует, и он потом реальность достаточно долгое время как-то так с трудом воспринимает. И, казалось бы, по времени, может, этот мультик совсем и немного занимает, но он потом действует достаточно долго. И вот восприятие мира, формирование образного мышления –
уже происходит ущербно и, в общем-то, не в полноте. Ja vaevaga hakkab laps seda vahetut ümbrust tajuma, mis just talle on vajalik selleks ajude arenguks. Kuna kuigi mutikas ise võttis vähe aega, aga pärast ümber lülitumine reaalsusele võtab lapsele omajagu aega, et selle mutika mõju raskendab pärast reaalsuse vastuvõttu, mis tegelikult on talle selles vanuses just kõige olulisem, mida noorem laps seda ohtlik on. Поэтому вот преподавая что-либо детям, в общем-то, не рекомендуется с точки зрения развития мышления, не рекомендуется презентации экранной особенно. Вот, скажем, сейчас, я не знаю, есть ли у вас в школе интерактивные доски? Нет, это хорошо. Это вам повезло. Вашей школе очень везет в этом плане. Потому что вот один мой знакомый биолог, кандидат биологических наук, он говорил, что вот я не помню точно, сколько уроков должен ребенок просидеть за доской, чтобы у него случился эпилептический припадок. Были 3 или 4 урока, если ребенок, так сказать, смотрит на эту интерактивную доску, потом с ним с большой вероятностью может случиться эпилептический припадок. То есть вот настолько это плохо воздействует на психику, что вот даже такие эффекты бывают. Ta tas ka, et ta sindrooma... Sindrooma? Isegi langedeva hood, et kõigi bioloogiadoktor uuris seda, et ühesõnaga ta mingil juhul ei soovita presentatsioone nendel smart-tahkitel või interaktiivsetel ekraanidel. Et kõigi bioloogiadoktor uuris, et kui palju tunde kulub, et lastel need langedeva hood tuleksid, et isegi 3 või 4 üksnes. Et see nüüd presentatsioonid ekraanidele mõjuvad laste psüühikale hästi aitama. Ну, а если говорить о том, что хорошо, то понятно, я думаю, тут я много останавливаться не буду. Я думаю, этими методами все учителя начальных классов хорошо владеют. То есть, в общем-то, нужно включать сенсорику, нужно и игровой момент включать, и различного рода вот, наглядное пособие готовить. Все это, я думаю, ваши учителя делают, и тут я много говорить не буду. Мисси Селясен, ты говоришь, он я... et on erineva sellise sensoorika, et nende tajude arendamine, mäng on väga oluline. Ja mis see kolmas oli? Kõik leidib oli? Ma selle studiad. No, studiad, kab... Nagljadne pasubi. Näitlik õpetamine. See on hästi oluline. Вот. А так... В принципе, вот если как о каких-то общих принципах говорить, преподавание, то вот, как я уже сказала, наглядный материал это начальная школа, там, где все, в общем-то, основано на образе. То есть когда вот мы помогаем формироваться образу, когда мы с этим образом потом работаем, вот это все очень много-много последствий имеет при преподавании практически другого предмета, любого предмета. В частности, вот я по первому образованию математик, я вот изучала, как там хорошо преподавать математику. Там, ну, действительно нужно, чтобы вот ребенок все это, так сказать, воображал. Поэтому вот счеты, которые были, они были очень хороши. Счетные палочки тоже очень хороши. То есть все вещи, которые позволяют абстрактную цифру все-таки представлять образно, все эти вещи очень хороши для развития математических способностей, в частности. Я хотел на изимся аритуса полости математик. Я вам пока палю уринут сюда, будет опытата хэсти математика. Ja sellepärast nii matemaatikas kui ka kõikides muudes ainetes on väga oluline see nagu, konkreetne läbi tegemine mõiste kujundamiseks, et kujundaks mõiste ja kujundlik mõtlemine, selle abstraktse mõiste sisu on vaja seda nagu, läbi teha igasuguste pulgakestega ja nööbikestega ja et alles niimoodi kujuneb mõiste sisu.
Объективную трудность представляет работа со средним школьным звеном, то есть 5, 6, 7, ну, 8 они уже немножко начинают успокаиваться, но еще не совсем. Это связано с тем, как раз, что, в общем-то, вот действительно, это переходный возраст, то есть вот был младший, который мыслил образно, есть старший, который уже оперирует смыслами. Эти как бы и оттуда ушли, но и туда еще не дошли, поэтому вот в этом возрасте действительно у них теряется мотивация к учению, даже хороших учеников очень часто. И действительно тут уже нужно задействовать какие-то другие механизмы, чтобы вызвать опять интерес к учебе. Я он объективная реальность, это раске, он just nimelt põhikooliga, et algkool on nagu selle mõisteliste operatsioonide ettevalmistamise aeg ja gümnaasium on see, kus lapsed just nimelt opereerivad mõistetega, aga kõige raskem on seal murde eas, kus tõepoolest kõige tublimad õpilased võivad kaotada igasuguse huvi õppimise vastu. В частности, вот тот метод, который я уже сегодня упоминала, метод, так сказать, коллектива, воздействия коллектива, он, конечно, в средней школе приобретает очень большое значение. И вот то, что очень часто в современных школах на сформирование школьного коллектива не обращается внимания, как раз делает преподавание в средней школе особо трудным. И здесь он, скажем, отсутствие йоду коллективе. Ja mis teeb selle murde ja raskused, et võimendab neid, on see, et koolides ei pöörata piisavalt tähelepanu kollektiivi kujundamisele, mis siis murde iga läbimisele kas pigem toetab või valmistab raskusi. Вот раньше в школах существовала такая вещь, как помощь отстающим со стороны более успевающих ребят, какая-то коллективная ответственность, вот класс один там соревнуется с другим классом, еще что-то. Вот когда ребенок находится в коллективе, когда его результаты важны для его сверстников, и когда положительные результаты оцениваются положительно, именно сверстники, это создает вот как раз необходимую мотивацию к учебе. Laste jaoks seda asendamatud motivatsiooni annab see, kui tema eakaaslased on motiveeritud õppima. Kui eakaaslased on huvitatud teiste õpitulemustest, et kui sõltutakse selles mõttes üksteisest, et koos tahetakse olla paremad ja keegi ei ole üksi, et teisi huvitab, et ka teised õpiksid hästi ja neil oleks head õpitulemust. Я потом еще к этому вернусь, когда буду говорить о различных возрастах более подробно, но вкратце могу сказать, что если учителю посчастливится стать лидером для, так сказать, того класса, где он преподает, то есть он будет значимым взрослым для этих ребят, то тогда это тоже, конечно, очень сильно повышает мотивацию к учебе, потому что вот средняя школа, она уже, так сказать, просто как таковую учебу не очень-то хорошо воспринимает. Pärast me tuleme selle juurde tagasi, aga praegu lühidalt saab öelda seda, et kui õpetaja on õnne olla autoriteet ja murde ealiste jaoks, ehk olla nende jaoks tähenduslik täiskasvanud, et siis see märkimisväärselt kergendab nii õppeprotsessi kui kõike muud. Если говорить о старшей школе, то вот в старшей школе стиль преподавания в очередной раз должен измениться. Вообще те, кто вот преподавал разным возрастам в школе, а я преподавала, знают, что дети два раза за школьную жизнь меняются кардинально. То есть вот начальная школа – это одни дети, средняя школа – это совсем другие дети. Причем вот, кажется, вроде ты не преподавал этому ребенку, а вот он сейчас совсем другой. Ну и старшая школа – это тоже совсем другие дети. Kui õpetajal on olnud õnne õpetada erinevates vanuseastmes nagu tema, siis ta näeb, et lapsed kaks korda kooli ajal jooksul muutuvad kardinaalselt. Et nad on algkoolis ühesugused ja kui neid põhikoolis õpetada, siis ei usukski, et oled neid tunnud või neid õpetanud. Et nad on nii teistsugused ja gümnaasiumiks nad muutuvad taaskord täielikult.
И вот преподавание в старшей школе, оно как раз должно быть проникновением в смыслы. То есть вот глубинная связь между предметами какие-то, между событиями, глубинная связь между предметами, какие-то проблемы, которые вот имеют всеобщее значение, они уже становятся интересными для старшеклассников. Seosed erinevate mõistete, valdkondade, sündmuste ja tähenduste vahel ja nende seoste sügavdamine või sügavuti käsitlemine on see, mis vanemate klasside õpilasi kaasa maarab. Можно сказать, что старшекласснику уже нужно как бы не столько вот излагать материал, сколько начинать с постановки какой-то проблемы. И потом вот уже рассматривать, как эта вот проблема может быть решена. А вот, как бы так сказать, включается это проблемное мышление, и человек уже начинает анализировать все в общем контексте. Ei tohiks enam anda lastele ette materjale, vaid tõstatada või käsitleda probleeme, et kuidas neid lahendada, kuidas neid mõtestada, kuidas nende vahelisi seoseid näha. Ну и еще, конечно, в старших классах именно должно сформироваться целостное мировоззрение. Вот в этом смысле, опять же, наши образование мозаичное очень сильно хромает из-за того, что каждый вот преподаватель долбит в старшей школе часто свою норку и совершенно не чувствует связи с другими предметами. А если говорится именно об интеграции предметов, то эта интеграция очень часто носит искусственный характер, потому что по-настоящему интеграция предметов может быть на основе именно религиозного восприятия мира, когда мы знаем, что весь мир сотворен единым Богом, то тогда эта интеграция является естественным, и вот законы божественного мироздания, они тогда раскрываются при изучении любого предмета. Väga raskendatud, sellepärast, et eriti gümnaasiumis iga õpetaja võitleb oma aine eest ja kõik on väga killustunud ja tegelikult kuigi püütakse integreerida, kogub see välja kunstlikult, seetõttu, et religioosne maailmavaade tegelikult võimaldab näha kogu loodud, kogu maailma ühtsena, kus need jumalikud seaduspärasused kõik teevad tervikult. И вот в этом смысле показательно, что вот как раз в раннем средневековье, о котором я сегодня говорила, когда педагогика была глубинно-христианская, у учеников никогда не бывало потухших глаз, которые не интересуются ничем и ничего не хотят изучать. Я придумала вот такая алюксис, какая-то пара советская, kus õppeasutused olid kristlikud, siis seal ei olnud seda, ei tea, mis seda mõiste täpselt tähendab, ühesõnaga sellist totaalset motivatsiooni kadu, et ei olnud sellist nähtust, et miski ei huvita. Известнейший историк педагогики Безрогов писал о том, что на полях различных древних манускриптов содержатся записи о том, что детей секли, всячески наказывали. Но тем не менее, вот свидетельствует этот историк педагогики, после длительных исследований, все равно процесс обучения был намного более радостным, чем сейчас. Когда, наоборот, учителя готовы на голову встать и подрыгать в воздухе ногами, лишь бы замотивировать ребенка на учение. Педагoogika uurija, kes on uurinud vanu käsikirju, on nende leidude põhjal kummutanud väited, just kui oleks vara eelkeskaja või vara see keskaja haridus olnud karistuste ja hirmude rohke ja toob see välja, et haridus oli väga rõõmukillane. Ja ükski õpetaja ei pidanud seisma pea peal või juba mõtta, et võite laste tähele panna.
Конечно, можно сказать, давайте мы будем стичь детей, и тогда они тоже будут замотивированы. Но это на самом деле не так, не в этом дело. А было дело в том, что все... Дело было совсем не в битье, а в том, что раньше, в средневековые времена, все науки, которые изучались, были фактически раскрытием божественных тайн. То есть, когда ребенок учился, он фактически изучал то, как Бог сотворил этот мир. И во всех тайнах мироздания он видел Бога, он видел высший и единый смысл всего. Siit ei tasu järele, et hakkame lapsi teksma nagu keskajal, vaid näeme seda, mis neid innustas ja inspireeris. See, et nende jaoks iga õppeaine tähendas jumalike saladuste avanemist, jumala seaduspärasuste või saladuste avastamist, nende jälile jõudmist jumalik. И поэтому по-настоящему вот такое обучение может мотивировать именно религиозная педагогика, которая все-таки учитывает вот этот факт сотворенности мира единым Богом и факт того, что ничего в жизни не бывает случайно, ничто не сотворено просто так. Во всем глубокие смыслы, и эти смыслы, что самое удивительное, доступны человеку. Ja seetõttu just religioosne haridus on see, mis saab lapsi kõige paremini innustada, sellepärast, et selle kaudu lapsed õpivad tahavad avastada jumalike saladusi ühe jumala loodud maailma saladusi, mis kõige ilmes on, mille nad tegelikult ka küünid, et nad on väärt. Вот, ну, о развитии мышления я уже закончила то, что хотела сказать. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Полема не ты кисимуси, мытлемиси, арангу. Это siis peale 10 eluaastat. Вы знаете, вот для меня этот вопрос очень сильно остро стоит, потому что как-то вот я воспринимаю всех людей как братьев во Христе и сестер. И мне просто необыкновенно больно, что вот действительно мы сейчас своих детей, ну, превращаем в детей с синдромом Дауна, только еще в худшем варианте, потому что ну, еще и агрессивность у них есть. Я не нашла вопрос на этот ответ пока. See küsimus seisab väga teravalt tema ees ja kuigi ta võtab kõiki inimesi vastu, kui õdesid ja vendasid Kristuses, on tal ikkagi väga valus vaadata, kuidas inimesed kasvatavad oma lastest mitte lihtsalt Downi sündroomiga inimesi, vaid agressiivseid Downi sündroomiga inimesi. Есть прибор петербургские физиологи его изобрели, который активизирует работу структур головного мозга. Я знаю, что вот достаточно неплохие результаты логопедии есть после применения этого прибора, то есть ребенок, у которого затруднение с речью после какого-то количества этих процедур, в общем-то, начинаем говорить быстрее и лучше. Прибор. Сеаде. Et Петербургис on leiutatud üks seade, millega siis neid ajuprotsesse kuidagi aktiviseeritakse, kui on neid сеансы тюкаева тестуют, это сикаки медалки, макофейку. Между прочим, об этом приборе я узнала впервые именно здесь, в Таллине. Вот у вас есть психолог, такая известная достаточно, я только не помню, как... Людмила? Наверное, да, Людмила. Кардиева. Да, и вот как раз она мне... Я этот вопрос вот насчет того, что же делать с такими детьми, у меня стоит, передо мной стоит уже там достаточное количество времени, когда вот... Почему я сама начала этот вопрос изучать? Потому что у меня у самой сейчас четверо внуков своих,
И когда была, когда росла первая внучка, то телевизор они и близко не смотрели. Ну а потом моя дочка стала уже очень умной и взрослой, когда родилась вторая дочка. И они уже начали, так сказать, эти мультики показывать. И вот я просто заметила, что, ну я тогда еще не знала вот всего того, что я вам сейчас рассказала, это просто потом направленно все это изучала. А, ну просто заметила, что вот что-то не то, что-то нехорошее к ней появляется по отношению к первой дочке. И я вот тогда этот вопрос начала изучать. Ну и вот тогда же я поставила себе, когда это изучила, все оказалось намного хуже, чем вот я представляла до этого при поверхностном знакомстве с этим вопросом. Но когда я потом вот начала искать ответы, вот мне про этот прибор как раз сказала ваша эта психолог, а как бы... Вот, более компетентного ничего мне никто не сказал. Вот sellest seadeldisest ta kuulis tegelikult Eestis tunnustatud narkomaanide ravi ja Tiesta Cordeliaga. Nüüd mille Cordelia? Ja ta puutus sellega tegelikult kokku niimoodi, et kui sündis esimene lapselaps, praegu on neid kokku neli, siis seal peres, tütre peres ei olnud televiisorit, et mingit probleemi ei olnud, aga teise lapse sündides tütar sai tubliks ja täiskasvanuks ja muretses koju televiisori ja ta pani tähele, et see noorem lapse juures ei olnud enam kõik korras, et midagi nagu ei olnud päris nii nagu peaks olema ja siis ta väga sihipäraselt ja põhjalikult hakkas seda temaatikat uurima ja muidugi kohkus nendest tõdedes siis milleni ta jõudis ja nüüd ta on siis hästi tõsiselt selle teema endale ette võtnud. Ütleks ja täienduseks, et eesti keeles on üks raamat Tartunud pilk. Ma autorit ei tea, sest minu mõist on saksa keegi. Et vahel ka võib soovita, näiteks ise lukeda ja soovitada ka lapsevanematele lukeda aru saada, kui tõsine see teema. Ma sõnki nii ka tosekutat Stajashis. See on spesiaalne. Ja ma saan siin. Я его и цитировала. Там книга тоже называется «Застывший взгляд». Серия фотографий, книга, да. Она, наверное, на эстонский, она на русский переведена. See on tuttav raamat, et seda võib soovitada vanematele, et ta oleks mõistetud kui siis. No, et probleem on безусловно не мной открыта ja чужими результатами пользовалась, когда это все собирала. Lihtsalt meil on selline arusaamne ühiskonnas, et kõik, mis on tehniliselt kõige uuemad, kõige parem. Тут вообще мы верим, что тот, что технически самый новый, это самый лучший. Ну да, если сейчас еще какое-то такое магическое слово вот есть, современное. Вот если это современное, значит, это самое лучшее. А это вот вообще там устарело, а на самом деле вот как-то хорошо или плохо, это совсем не связано с тем современным или устарело, это вот уже какие-то другие категории. Он все магильный, сына каасаегне, ja vastandik sellele on, noh, ülejäänud on kõik siis aegunud või iganenud ja tegelikult vastavust mõistate siis nii-öelda tunnustele hea või halb ei ole üldse tegelikkuses. Me mõtleme, et kaasaegne on väga hea ja kõik, mis ei ole kaasaegne, on halb. No tada, ette tema zakaanchimus, da? Ma ei ole küsimus. Думаю, естественно, сделать перерыв перед тем, как переходить к следующему. Pigem võib-olla üks kommentaar, et ja see ekraanide liigvaatamine tõesti on selline väga kahjulik, kui ta on nagu liigne. Mingil määral natukene, jah, saan aru, et tänapäeval lapsed vaatavad ja see on paratamatus. Olen ka tähele pannud, et see nii-öelda mingisugune taandareng toimub ka täiskasvanutel, kes on nii-öelda hakanud moodsaks. Nutitelefonid, kõik tehnoloogia, et noh, oma tutvusringkonnaski olen tähele pannud seda, et
et aga kuidas sellest nüüd taastuda, võt sellele, ma veel vastust pole saanud. Aga just, et see ei puuduta ainult lapsi, et see on ka no, väga tuline teema täiskasvanute puhul, enamik ei pane tähele seda lihtsalt. Et see on see, kui ma tahtsin jõuda. Нет, ну это все-таки министр, у них хоть мозги нормальные. То есть если они от этого откажутся, они все-таки, ну как бы, не инвалиды в принципе, а вот дети-то просто инвалидами делаются, как детям помочь. Täiskasvanud nii, et kui nad kuidagi suudavad loobuda, siis nad tegelikult ikkagi ei ole invaliidid. See aju, nagu sest on aju on välja, juba välja kujunenud. Ja. Aga seda lapsed, küll. Kuna neil aju ei kujunenud, sest saavad invaliidid. A on mia vopros, kogda budut vidni pirvi resultati sovremenova pokolenia detei, katorii, ну, вот сейчас просто сколько лет 10, когда начался этот бум? Ну, нет, ну, на самом деле, понимаете, как билет. Я как бы так сказать, говорила о крайнем случае, но большинство людей находится в каком-то промежуточном состоянии. То есть вы как бы он все-таки у него развелось образное мышление, но оно могло было развиться намного полнее, если бы он эти гаджеты совсем не смотрел. То есть крайний случай, это когда он ну, сидит там у этого телевизора по 6-7 часов. А, или больше, бывает и больше. Вот. А есть очень много таких промежуточных. То есть на самом деле, вот то, я не знаю, как в вашей школе, может, у вас другие дети, но в обычной школе сейчас вот учителя говорят о том, что деградация школьников идет прямо на глазах. И это связано именно с этим. Видите, только это отреагивает, это ласты деградирование, то есть вот это сильно, это лапсет teevad maha või tamalt arenevad, et no, tegelikult me räägime siin, et selline tendents on näha, aga no, nendest lohtudest me räägime ikkagi äärmuste puhul, mis vaatavad üle 6-7 tunni telekat, et enamus meist on sellised segatud variantid, et me oleme kuhugi maale arenevad, aga me ei ole arenevad seda täitpotentsiaali, mis meil on, et me ei ole jõudnud sinna, kuhu me oleksime jõudnud, kui me oleksime vähe А вот я недавно читала лекцию в московской школе. Я читала в том числе о том, как преподавать математику детям младших классов. Ну, я математика профессора специально. И вот, в общем, рецепт очень прост. Нужно решать как можно больше текстовых задач. Потому что это развивает логику, вот там закон силлогизма задействован и так далее. Это Moskva koolkond sellest, kuidas õpetada paremini matemaatikat, annab ühe kindel retsepti võimalikult palju tekstülesandeid. Et tekstülesanded on need, mis siis nagu seda kujundliku üsaga aitavad siis siduda seda nii-öelda mõistet ja selle sisu. Ja nagu pareerida ühele poole teisele poole. Выманку, полю текст и мне одна учительница говорит, что вы говорите. Вот у меня был предыдущий набор, там у нас 3 года или 4 в разных школах, по-разному 3-4 года одна учительница ведет один класс. У меня был предыдущий набор, там несколько детей были не способны понять, понимаете, сейчас есть дети, которые уже не способны, в принципе, понять смысл задачи. Ja ta õpetas seda ja keegi õpetaja jäänud, et ah, mis te räägite, et ma just eelmises lennus, seal üks lend on 3-4 aastat ühe õpetaja käest, et oli klassis hulk lapsi, kes üldse ei mõistnud ülesand mõtet, kes ei mõistnud teksti. А сейчас я говорю, взяла новый набор, новый класс. Так у меня несколько человек только могут понять. Там несколько человек не могли, в принципе, понять, а сейчас несколько человек могут понять. И нет, мол, он уз ленд. Kus on vastupidi, et mul on ainult üksikud, kes soodavad mõista ülesande mõtet, kes soodavad ülesande tähendusest aru saada. И в общем-то, если раньше люди делились на богатых, бедных, а еще как-то, сейчас, мне кажется, вот идет очень страшное разделение на человечество, на тех, кто все-таки может понять, что совершается вокруг, и на тех, кто только может кнопки нажимать. Совершенно ничего не понимаю. Ja kui vanasti jagati lapsi, kes on pärit vaesest perest ja kes on pärit rikkast perest,
et siis nüüd saab jagada lapsi, et need, kes saavad aru ja siis need, kes üle üldse mitte millest nüüd aru ei saa. Можно вопрос про внимание, потому что сейчас проблема еще тоже возможность сосредоточиться из-за или просто это синдром нет. Такой. И какие есть советы? Вот, у каждого? Нет, во-первых, вот такая вещь. Сейчас очень многие дети дисграфики, не знаю, страдаете ли вы этим, но вот Россия этим страдает. То есть что это означает? Вот он текст вроде прочитывает, ну как раньше, там изложение писали, ты там прочитываешь текст, переписываешь смысл как бы этого текста, или еще лучше вот прочитываешь текст и просто переписываешь в тетрадь. Так вот сейчас есть дети, которые вот просто переписать предложение в тетрадь не могут. Jõuliselt kasvanud see graafia probleem, et kui vanasti lapsed pidid teksti põhjal tegema kokkuvõtet või ümberjutust, et siis see ei olnud probleem, aga tänapäeval on raske isegi ära kirjutada, et ühe konkreetse lause maha kirjutamine. Из-за чего возникает эта дисграфия? Раньше это явление наблюдалось очень редко, а сейчас это массовое явление. Кормит хорошая мама, она, так сказать, не смесями кормит ребеночка, а грудью. Ну, потому что вот она о нем заботится. И в это время говорит по телефону, экран которого ребенок увидит до какой-то степени, или там переписывается по компьютеру, ну, долго же лежать, пока он там покормит. Вот она там в Facebook пойдет, еще куда-то. И вот ребенок боковым зрением этот экран видит. И у него происходит неправильное развитие восприятия. У него чрезмерно развивается боковое зрение, а вот воспринять предложение вот как целостность он уже не может. Понимаете? И вот такая ужасная просто проблема. Это не с варема юксик, это проблема, не в массе это проблема. Я всегда, как на века я, это лима, это näiteks, et ta toidab last rinnaga, aga igavuse peletamiseks istub Facebookis samal ajal või räägib telefoniga ja laps seda ikkagi näeb ja tal areneb selline episoodiline nagu nägemine, et ta ei näiteks selleks samaks ära kirjaks, ta ei näe enam lauset kui tervikut, vaid tänub. On noh, just ütleme niisugune see hakitud nägemine, hakitud mõtlemine. Aga mis on, et näed, kui see probleem on nii lai, et siis tõenäoliselt ei ole ainult need ekraanid või, et mis on need teised? Eesti probleem on taga široka, потому что тут не только экран, а что-то еще, что там еще, какие причины. Ну вот дисграфия вот сейчас все-таки с экраном связывает. Дисграфия делает так дисграфия, именно экран. Aga ütleme kõik see tähelepanu ja see just nimelt see ülesannete teksti mõistmine. Aga внимание и понятие задач. А вот нет, так а понимание, понимаете как, вот как бы я уже сказала о том, что ребенок в младшем возрасте, он мыслит образами. И чтобы ему понять задачу, ему нужно все это как бы представить или увидеть. Вот он должен представить яблоко, и там их складывать, как-то поезда. Вот не случайно же все эти задачи какими-то словами сопровождаются. А если он не может представить, что-то какие-то поезда куда-то едут, он ничего представить не может. See niimoodi, et see ülesannet lahendab, et saaks peab suutma ette kujutada, et võtta, et mingisugused õuna tõstand, et peab seda õuna suutma ette kujutada või et üsagalt kõik need sõnad, mida ta loeb, et mõistet peab suutma neid ette kujutada, aga kui teil ei ole nende ka kogemusi, kui teil ei ole seda pihti, siis ta lihtsalt seda ette kujutada ei suuda, see ei kõneta teda. Mõte, et on tehtud aga uurimus või on jälgitud, et kui muudetakse koolis ka toitumist, et noh, just see tähelepanu ja ärevus, agressiivsus, et kui palju saab toidub väidata kaasa. Just liida oli kaktaalisine mitte kooli, et
какой приуток дадут ребенку, когда будут по-другому кормить, и тоже становится внимание и концентрирование лучше, например, тоже зависит от этого. От грудное обскармливание или нет, в школе. Как питают в школе. Безусловно, я думаю, что все эти процессы, да, они, конечно, взаимосвязаны. Но вот еда была всякая, в голодный год там вообще ели неизвестно что. Это и гамбургеры. А, ну это да, я согласна, это да. Нет, это действительно, это химическое отравление детей уже идет, это тоже безусловно. Ну, как бы вот все-таки мозги, они вот формируются, конечно, в том числе питание, на это тоже влияет, на формирование мозга. Но вот еще и вот такой вот этот фактор, связанный с этими гаджетами, это, конечно, тоже очень сильно. Ütleme, see ajudele mõju, nii see nii-öelda see toitumise teeme, kui siis kraanide toimub. Когда взрослые сами находятся во всех этих сетях, они не общаются с ребенком. Нет у развития речи, нету ничего. Поэтому мы видим, ну, везде, на улице, да, считается, что младенец, ну что с ним разговаривать? Вот как дерево какое-то его везут, да, или он там, или он здесь. А родителя нет этого контакта. Ну а родители с гаджетом в этом деле там. В Фейсбуке, там сообщение шлет, там или еще что-то. Здесь это тоже уже проблема, что нет общения. Ну да, я согласна. Это täiskasvanud проблема ka selles, et ei suhelda lapsega. Mõeldakse, et mis ma ikka selle lapsega räägin, siis ei arene kõne, ega ei ole suhet, et last viiakse nagu puuda ühest kohast teise, aga ise suheldakse Facebookis. Jah, et ma olen Olgaga nõus siin kohal, et mu ema läks lastehoidu tööle nüüd kus juures pool aastat tagasi ja ta tõi ka, rääkis oma muredest, rõõmudest seal ja tõi ka sellise näite, et selline eelkooli ealised lapsed, erinevad vanused ja ongi niimoodi, et mänguaeg ja siis mu ema siis hakkab mängima nendega ja mängime nüüd kingapoodi või mängime nüüd kommipoodi või mis iganes, mängime haiglat. On lapsed, kes suudavad seda teha, aga osad ei suuda ette kujutada. See on see, mis mõttes sa valad teed asja õhku. Et ongi. Ja siis ilmselt rääkiski umbes niimoodi, et see, millised on nende perekonnad. Et see on selline eralasteaed, kus on ka selliseid nii-öelda tõusikluse märke, et vanemad, kes on nagu sellised snoobi elustiiliga, et nende lapsed ongi just sellised. Et nagu ei suuda ette kujutada. Fantaasia puudub. Tahad ise tõlkida. Marko, oska. Igaks juhuks ei hakka, nii pädev ei ole. Ja on maha kasva rakotad saadi, kus kodana saati saanud sõlle, kusto magasiinu koguvi või magasiinu konfeeta. Ta on eeskasele teinti muutud, et on особенно дети, которые из хороших для семей, но пока хороших семей, дети пока не могут представлять, например, как варить такой из воздуха чай. Понятно. Да, вот как раз образно символическое мышление не развито. Куинтик символизирует мыслимость и целое. Нет, у них нет этого опыта. Не дают такой чай. Именно ты ее обсуждаешь. Не мысли о том, да, это вот очень тревожно, конечно, тема сигнала. Можно просто, по-моему, это было из наших вот с вами разговоров, как важно для детей, чтобы родители им читали и вслух книги тоже. И что это как раз-таки развивает образное мышление, с детства это ритуал этого чтения. Потому что на самом деле, мне казалось, это нормально, все взрослые так делают. Но кто же поняла, что это совсем не так, что очень мало сейчас, на самом деле, родители читают, понимаешь?
библиотеки, что важно, чтобы вот это время был такой ритуал, что родители читают детям. Ну, даже если они уже сами умеют читать, то все равно еще важно. А вот Ирина мелетан теле, тема, варазматест вестлестест, куда ста рõhutанут, sellist asja, mida Ирина pidas isenesest mõistetavaks iga õhtust rituaali, kus lapsevanem loeb lapsele, et see on äärmiselt oluline lapse jaoks, et ta mille igal õhtul ette loetaks. И что я думала, что это нормально, и все так делают, оказалось, что совсем нет. Ирина думала, что все делают, но потом появилось, что это зависит, что там развивается. Нет, ну вот, вы знаете, если чтение идет или слушание, то образное мышление развивается, потому что ребенок, он представляет это все, о чем он слышит, и это развивает его образное мышление. У меня есть один знакомый, он... У него центр по зависимости, ну вот, как он раньше говорил, раньше были в основном наркотические, там, алкогольные, а сейчас вот, говорит, можно один раз записать на кассету, всякий раз, когда придут новые пациенты, включать, и одно и то же. Был ребенок, как ребенок, купили компьютер, сначала все радовали, спинка там сутула, никуда не бегает, по двору не гуляет. Потом успеваемость там упала, взрослым грубит, а сейчас он его от этого компьютера не оторвать, что делать? Это, ütleme, selle ette lugemise, just nimelt see kujundlik mõtlemine arenebki, sellepärast, et laps peab seda kõike, mida ta kuuleb, ette kujutama. Ja see on ka põhjus, miks me oleme öelnud oma lastele, et ärge enne vaadake filme mingist raamatust. Et kõigepealt lugege läbi see raamat ja siis alles vaadake filmi. Et ta peab nagu ise seda kõike nägema ja siis alles seda kellegi teise versiooni. Aga et üks tema tuttav, kellel on sõltuvuste ravikeskus, et varem oli nagu kontingent mitmekülgne, mitmekesine. Aga nüüd on kõik nagu ühe puuga löödud, kõik on nagu ühe šablooni järgi. Oli normaalne laps, ossime arvuti, siis ta sinna taha klammerdus. Nüüd me ei saa teda sealt tagant välja, õppetukus langes ja midagi juba lõhub ja märatseb. А я еще договариваю на эту тему. И вот он говорил как раз, что, конечно, вот эти видео всякие показы, они разрушают образное мышление, потому что вот у ребенка начинает формироваться какой-то образ, а вот эти видеоряд, мультик, он очень агрессивный. Он, знаете, сразу тот образ разрушает. И вот, скажем, читали про Илью Пророк, вот как-то он себе представил цветок, потом мультик про Илью Пророк посмотрел, там какой-то уродец бегает по сцене. Вот Илья Пророк тебе для него вот в таком виде и будет на всю жизнь, между прочим. А вот, ну, или как этот вот образ потом вытеснить очень трудно. То есть вот, вот этот видеопоказ, он образ разрушает. А вот если слушать просто, вот если даже у родителей нет времени, ну просто слушать. Сейчас же есть очень хорошие записи, по крайней мере, на русском языке, сказок различных с музыкальным сопровождением, с артистами хорошими. Вот нужно же просто ставить и слушать. Вот могу сказать, что мои внуки, в общем-то, все время слушают, и уже они к этому привыкли, включают. А это как раз вот позволяет им все это представлять и мысли. Потому что ребенок без образного мышления, он же не может слушать вообще. Понимаете? Он может только видеть, вот ты тогда он нормально, так сказать, загипнотизированный сидит, и все хорошо. А если нужно слушать, а он не может слушать, он представить это не может, понимаете? Поэтому нужно обязательно, чтобы ребенок привык слушать, и тем самым все это представлять, и это будет развивать его образное мышление. Ja see videorida isegi on niivõrd agressiivne, et kui ka juba see mõiste on välja kujunenud, ta ikkagi lõhub seda selles mõttes ära, et näiteks laps kuulas lugu prohvet Eeliast ja tal on mingisugune ettekujutus ja siis ta vaatab, on tehtud muusikas, kus selline kummaline võt kõnib ja võt prohvet Eelias selliseks tema jaoks jääbki. Ja et igal juhul, ka kui ise jaksa ette lugeda, et panna neid audio, kuuldemänge, mida on väga palju häid ka eesti keeles ja kus on ilus muusika, head näitlejad, et tema lapselapsed on väga harjunud, et ise seda käima panema ja ise kuulema sellepärast, et nad selle käigus arenevad.
это был такой пример по поводу компьютерных. В Москве вот у нас есть знакомый, у которой своя частная школа, и дети, у которых проблемы в обычной школе, то есть после, ну скажем, начинается около ранее 6 класса, то есть они не хотят ходить, не хотят учиться, и родители ей звонят и просят взять ребенка, и она говорит, что любому ребенку можно вернуть мотивацию учиться и вот, в хорошей школе, да, уже в такой маленькой, частной, где по-другому как-то относится. Только если у ребенка нет зависимости от компьютерных игр. Если он не играет в компьютерные игры, все можно еще исправить. Да, это страшно. Это ее, она говорит, что если уже... Да, вот в том-то все, что уже она даже не может. Ирина, тут там Москва, эрокол, kuhu ta võtab alates 6. klassist selliseid õppijasi, kes on teistest koolidest välja visatud või edene seal, kui neil pole õppijuvi, et nad on jäänud nagu jalgu süsteemile ja tal on kogemus ja sügav usk, et absoluutselt iga õppijas saab aidata motivatsiooni taastada, kuid ainult ühe tingimuse, et tal ei ole arvutis õppijust. Et teda kõikidele tuleb see kooli rõõm ja õppimise isu tagasi, aga see ei ole võimalik, kui on В эту же тему я могу сказать, что однажды слушала лекцию отца Анатолия Берестова, это профессор медицинских наук, ну и священник. У него реабилитационный центр, где он очень сильно помогает с проблемами зависимости. И вот он говорил о том, что они вылечивают 40% наркоманов от компьютерной зависимости к тому времени, когда я слышала, так сказать, эту лекцию, может быть, уже сейчас что-то изменилось, но тогда он сказал, что мы еще ни одного не вылечили. Ни одного не вылечили от компьютерной зависимости. Üks Moskvas tuttav teaduste kandidaat ja ütlesi ka preester, imia его... Анатолий Берестов. Отец Анатолий. Isa Анатолий Берестов, kellel on ka sõltavuste ravikeskus, ja et kui ta ravis narkomaane, siis nad ravisid 40% terveks, aga arvutisõltuvustest nad ei ühtegi välja. No, может, просто так, на самом деле, еще нет, даже это не совсем установлено, это недавно совсем стали, это как классифицировать, именно как болеть, как зависимость. Ну, вот просто это не признавалось, как зависимость. И, в общем, никто не знал, что с этим делать. Нет, ну тут вот мне кажется, если все-таки мозги более-менее сформировались, еще надежда есть. А вот если мозг не сформирован, белая пустыня, то вот мы тут обсуждали с моими коллегами, что же делать. И они говорят, молиться надо, молитва все может. Вон расслабленных Господь исцелял, там еще каких-то, и мозги Господь может ставить. Ну как-то вот так вот надеяться на это чудо, сделать из нормального ребенка расслабленного. А потом вот как бы на чудо... У нас просто, понимаете, как государство, по-моему, как раз этим занимается, что в школах вводили вот обучение через смартфоны. Ну так вот... Сейчас так программа вот. Государственная. Я понимаю, но только что вот... У нас как бы на это направлено усилия государства, чтобы это да. ввели. А почему? Потому что, вообще говоря, человек с алгоритмичным мышлением, он никогда не задумывается о том, что же там государство делает, вообще говоря. Он на кнопки нажимает, и ему хорошо. Et Liina teadis, et mille parteelised, et Hiinas osatakse neid arvutisõltuvusi ravida. Aga ja Olga ütleb, et tihti peale kolleegid ütlevad, et noh, palvetame, et kui issand oskas halvatu terveks teha, siis nüüd noh, sellest arvuti halvatusest ka nagu jalule aidata. Aga tegelikult ikkagi ei ole teada, kuidas ta teha lõpunust siin ära. Нет, ну молиться, чтобы чудо Бог совершил. Мозги были пустые, и вдруг стали хорошие. Это же как? Это мало. Ты эксимет, ты нас палли. А что делать? Кырпость, мы сама айлта пеяли. И как я церковь селю, Мур лопуста и оля. А что вы еще сказали, простите, я забыла? Ну, исцелил же Господь расслабленный. А потом, после того...
aga see pärast, ei Riina, et noh, et meil nagu valid või noh, ütleme riik toetab ja ütleme seda tiigrippelt, eks ole digitaliseerimist et noh, et just kui nagu selle üleüldise lõdvenmise peale ja siis mul ka ütles, aga et see algoritmiliselt mõtleb inimene ei mõtlegi kunagi, mida nagu riik või valitsus teevad, et peas on nagu neid nuppe valdada, ta ei analüüsi seda, mis toimub tema ümber riiki. Нет, я, конечно, пошутила. Наверное, так вот уж специально таких вот идиотов вряд ли кто-то хочет формировать. Просто ну, не вникают в педагогические последствия каких-то действий. Там просто парадигма. Просто парадигма государства. Но другая система, то, о чем мы сейчас говорим. Мы просто вот об этом даже не начинали говорить. Вот если сегодня я сказала, что ей парадигма, это сейчас было радио. Päevalt keegi nüüd sihiliselt tahab idioote kasvatada, aga seda ei teadus. У них такая логика, ну, это можно потом говорить, но, во-первых, дети все равно уже играют в игры и на телефоне. Почему бы нам это не использовать в образовательных целях? Они все равно это делают. Давайте сделаем все учебники на мобильном телефоне, задачи, вот они едут в автобус, пусть они делают домашние вот именно задания. Домашние они будут задания. Решать в автобусе. Ну, вот, это такая логика, это во-первых. А во-вторых, это рынок. Рынок требует и пользователей. Нам нужны пользователи этих всех технологий. И пиво побольше. Технологий. Ühesõnaga, no see loogika on selles, et kui lapsed juba nii kui nii on seal telefonides ekraanide taga, et siis kolime õppekeskkonnaga ka sinna ja siis nad saavad bussis sõites üles andeid lahendada. Ja muidugi turu nõudmine on ka tekitada kasutajaid. В общем, в открытом тексте. Когда я спросила, а какие есть данные, которые свидетельствуют о том, что это вы достигаете таким образом образовательных целей. Он говорит, а таких данных нет и быть не может, потому что у нас совершенно другие цели. Понятно. Я, Ирина, мы küsis, et millised on nagu andmed, mis räägivad infotehnoloogia vahendite kasulikusest õppeprotsessis, siis avatud öeldakse, et andmeid ei ole, sest meil on teised eesmärgid, et seda ei ole muidugi. Чтобы все равно любые данные, они не будут показывать выполнение тех задач, которые они ставят. Ka see, mida uuritakse, näitab hoopis teisi eesmärgi. Ühesõnaga, need on Очень грустно. Потому что вначале была идея такая, что школу надо обеспечить этими компьютерами персонами. Нет, iPad, планшетами. Но это очень дорого так продаться. А потом выяснили статистически, что все равно у 80% семей уже есть эти смартфоны. Но почему тогда не использовать уже этот ресурс? И тем, у кого нет, просто государство будет помогать купить смартфон. Тем, кто еще... И это будет дешевле, чем всем школам дать планшеты, потому что все равно они устаревают. Поэтому получается выгоднее просто все перевести на обучение через смартфон. И что действительно реально это все... Вот об этом говорится серьезно, как министерство... Нет, но надо же им говорить, что это все... soovite, et oleks kõikides klassides tahvelarvutid, aga kuna see on väga kallis ja tuli välja, et peagu kõikides perekondades juba on mõni nutitelefon, siis riik toetab, doteerib nutitelefone, et kuna need on nii juba olemas, et siis lapsed saavad neid kasutada. То есть то, что мы делаем, ну, в общем, мы сейчас говорим совершенно несовместимой с государственной программой. Нет, вы знаете, вот есть как бы
два варианта постановки проблемы. Один вариант – это вот действительно, там, скажем, вот, если смотрит телевизор, то что он там, какие программы смотрит, или познавательные, или развлекательные, или там еще что-то. И вот такие статистики делаются, или также компьютер. Вот. Это даже в университетах или еще где-то метод опроса данные эти собирают. То есть вот, компьютер для чего используют? Там, для игры, разные игры, там, для обучающей деятельности и так далее. Ну, есть какие-то цифры, но я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что безотносительно к содержанию экран на маленького ребенка оказывает воздействие, которое разрушает формирование его образного мышления. Вне зависимости от содержания, в самом хорошем содержании. Et saab kahte moodi sellele probleemile läheneda, et üks on see, mille kohta on olemas kaandmeid, et mida üldse inimesed vaatavad televiisorist, on see meelelahutus või mingisugune õpetlik materjal või ka millega nad veedavad aega arvutitud, aga et seda on tegelikult uuritud, kas mängitakse või millegi arukamaga tegeletakse. Aga teine küsimus, millele tema keskendub, on see, et see ekraani taga veedetud aeg isenesest hoolimata sisust on kahjulik, kuna ta blokeerib selle kujundlik mõistelise mõtlemise välja arendamise. Mul ütleb üks õppejõud Kalle Truus, seal, no, kogu selle teema nähtuse kohta helenduva klaaspinna sündroom. Kuidagi tahtsin selle välja tuua. Sündrooma. Helenda. No, svetlijat. Svetlijat. Ekraana. Sündrooma. Ну, вы знаете, это очень хороший на самом деле, потому что так вот и есть. Вот я как раз об этом говорила. Он источник света, но еще не просто, свет неестественный. И при этом вот как бы вот это вот движение на экране, которое тоже какие-то смыслы свои в ребенка вкладывает, в общем, все это, конечно, очень макасти не метод, потому что экран он эпаломулику валгус алликас и тоймит така тугево. Kui ütlen just repliigiks, ma psühiaatriga rääkisin ka sellest arvutisõhtuvusest, et tema tõi just välja ka selle aspekti, et ta pakub hästi kiiret edu elamust. Et selle arvutimängudes saab lapse kiiret edu. Esimene psühiaatris, kus alustav Eestis sõda kohid elementsko kompjuutere, et ei ole politsioon, otsin põstr, чувство успеха. А, ну это, нет, это как бы это уже немножко другое, да. Вот эти в компьютерных играх, это действительно вот компьютерные игры, так это антихристианское вообще просто в принципе, так сказать, состояние, потому что там действительно ты всегда прав, и ты всегда там достигнешь успеха и так далее. То есть вот то, с чем христианство борется, вот это чувство гордыни, оно там, ну, просто взращивается направленно, и это, конечно, просто ужасно действует. А еще, кроме того, вот человек, который вот привык одни похвалы получать, он тут не может выйти в общение с нормальными людьми, потому что он абсолютно монстром делается, он привык к успеху во всех компьютерных играх, а тут же надо смириться с тем, что другие люди ничуть не хуже, чем ты. See on üks teine aspekt, nimelt see, et arvuti mängil inimene on antikristlikus seisundis. Ja sellepärast, et kristlik inimene töötleb alandlikkuse poole ja leppimise poole oma ebaedukana või ütleme, püüab kõigest ingest uhkust väitida, aga see arvutimängud on täpselt vastu pidi selle hästi jõuliselt suunatud, et sa oled edukas ja sa pead kogu aeg seda võidu elamust saavutama, et sul on kogu aeg õigus ja niimoodi selle uhkuse ja sellise üles pushitud enese tunde kaudu inimene muutub monstrumiks.
И вот могу сказать, что у нас, у меня с авторами сейчас уже вышел учебник для 5 класса по православной культуре. И это для России, и там вот как раз мы эту проблему компьютерных игр тоже детям давали, и вот мы как раз там разбираем с ними, вот, как, может ли вот православный христианин совместимые его принципы жизни вот с компьютерными играми. Как раз вот там есть хорошая книжка, я сейчас не помню автора, какой-то иностранный, вот, о том вот, ну как бы это с геймером обращение, что ты там, ты всегда прав, ты там звезда, ты там и так далее, и так далее. Там, ну, на самом деле очень интересные вещи. Вот, если ребенок все-таки еще способен мыслить, мне кажется, он это должен услышать. Но если способен мыслить. Ну, как родителям надо. Ну, родителям-то да, но тут вот... Это Ольга Микс Прагу Ведильмова õpib autoritest 5. klassile, mis on Venemaale suunatud õigus- ja kultuurist. Ja seal nad tõlgendavad laste jaoks seda ja aitavad mõista, mis nendega toimub arvutimängude ajal, kui vastu töötab see surumine, et sa oled täht, sa oled võitja, et lapsed, kui nad on veel võimelised seda mõistma, siis tuleb meile seda rääkida. Ja Liina arvab, et see tuleks vanemalt meile rääkida. Mõtlen, et me peaksime selle loengu panema ikkagi saada oma vanemate listi ka, mis me praegu on sõinud. See, mis me praegu salvestame tegelikult. Kes seda jõuab ümber rääkida? Kuidas seda saaks teha kohustuslikuks kohustuslikuks? Arvan, et efektiivselt oleks teha mingi kokku see saada. Me oleme tegelikult ka igal aastal lastenute koosolekus hästi sugestiivselt, no neid nagu loosunglikus formis sisendanud ilma erilise argumentatsioonita. Ja noh, ikkagi tundub, et noh, kuidagi me nagu noh, sellise usu või mingisuguse ühise välja najad ikkagi vanemad pead vastu, aga niisugune noh, ikkagi hoopis teisel tasemel põhjendatus. Eks ole niimoodi, et mingi meie poole kokkuvõte ja siis oleks viide käis loengule ja siis tegid õige. Jah, jah, väga õige. Väga õige. Я нашла название этой книги, это автор Джон Бек и Митчел Уэй. Книга называется «Доигрались» в США. И тут вот как раз такой текст, что ты звезда, внимай, все внимание в любой игре направлено только на тебя. В отличие, например, от спортивных секций, где большинство детей никогда не становятся звездами и так далее. Такой текст. Seal on üks Ameerika autorite raamatus siis võetud see tekst, et mis... Doigralis, nii kõna sõna, et see on Doigralis. Doigralis on mingisugune mäng. Ei, ka perivesti Doigralis. Saime mängitud äkki või midagi taalist. Aa, et sa oled nagu ära mängitud. Läbi mängitud või noh, nüüd on kõrini mängimises mingi taoline selline. On selle raamatu pealkiri ja noh, et see on nii vastupidine siis, noh, näiteks kas või nagu päris ilust toimuvatele spordivõistlustele, kus sa harva võidad või siis ainult noh, üks võidab ja see on normaalne. Mitte nii, et iga üks, kes see peab. Samas jällegi tahaks kommenteerida, et arvutimängud ei ole saatanast. Küll aga jah, nii-öelda see vanuse grupp, kus on see aju taand arenemise või noh, mitte arenemise oht, et seal peabki olema ettevaatlik ja mina sellega olen täiesti nõus. Aga inimene, kellel juba on see kõik välja arenenud, siis väga palju tänapäeval just noh, nüüd viimase 5 aasta jooksul eriti on toodetud arvutimänge, mis on väga, väga nagu inspireeriva kunstilise väärtusega. Näiteks. See digitaalne kunst, see lugu, see on nagu raamatu lugemine visuaalselt. Et see on lihtsalt uus vorm millegi kogemiseks. Aga just nimelt, et selleks peab olema natukene küpsem. Ma olen ka üks tead, et Rauslõpi teel oli
таких компьютерных игр, которые не от дьявола, а на хорошем художественном уровне и творческие. Но это очень важно, какой возраст. И действительно, для взрослых, которые уже зрелые. Нет, ну вот, вы знаете, я... Нет, это, конечно, хорошо, если хорошие игры для взрослых, но вот у меня как-то всегда стоял вопрос, что, а вот взрослым ведь, наверное, какие-то можно дела не возвести, дела самосовершенствованием заниматься, еще там что-то, ну вот, может, я прагматик, но мне как-то кажется, что взрослым ей заняться, кроме чем-то. Ну, может быть, для отдыха это, конечно, лучше, чем просто, а вы что, смотреть или там, курить, или там, пиво. Ольга, это выбрала там прагматика, как тейскас, это Александр Аэка, Николюк, тогда Геа, так это все, ja valastustegude ja enese täiustamise peale, et see oleks märksa sisukam enese elu elamise viis. Et kui on vaja puhkust, et siis võib-olla ka on teised viisid parem. Нет, ну это, конечно, лучше, чем что-нибудь плохое. Проблема с тем, что дети, которые видят взрослых, которые сами играют в игры, они понимают, что это же им тоже хочется. Это ка еескую проблему. Кой лапсед наевал, тейскасуем, кес мэгивают арут мэгивают, сис нэгивают тахавут пау. Это надо в монастырь уйти, где дети не видят, и там сидит чихо. Это пинна клаустрисе, кус лапсед и наевал, и дети, которые видят взрослых с компьютером, они не понимают, что это работа. Они думают, что это, взрослый сидит и играет в какую-то игру. Это правильно. Ja lapsed tegelikult ei tee vahet, mida me teeme arvutis. Ja nad ei saa aru, et me teeme tööd, mida tõesti mööda pääsmatu teha, vaid nende on sama väärne sellega, et me mängime seda. Наверное, новую тему я уже сегодня не начну. Ты тема, ты обестывай сам. Но завтра я еще много хочу рассказать. Это мы вам палью рассказать. Это нам не так, и писать. Спасибо большое за внимание. Kõikide pühade parjatada, mis on Jeesus Kristus.